Рекорд. Самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире, с результатом 15 санкций, рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова. Рекорд. Наибольшее количество санкционных ограничений, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире, с результатом 68 санкций, рекордсменом объявляя Рамзана Ахматовича Кадырова. Я сегодня очень горд и счастлив. Почему я нахожусь в санкционном списке? Потому что я защищаю религию ислам и наши традиции, обычаи и безопасность нашего государства. Но важнее этого для меня ничего нету, поэтому я счастлив. Ахмат!